В новом учебном году в Химках начнет работу школа 8 вида. Общеобразовательное учреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья расположилось здесь, на Московской, 38. Уже 1 сентября в эти двери войдут около сотни учеников. В преддверии учебного года здесь провели форум «Мир равных возможностей». Педагоги, родители со всего Подмосковья, специалисты Министерства образования Московской области поделились опытом, методиками общения и работы с особенными детьми. Сегодня в городском округе проживает около 400 детей с инвалидностью. Каждому нужен свой подход. У педагогики достаточно большой опыт работы, так скажем, с детьми, у которых нет никаких проблем, нет ограничений в здоровье. А дети, у которых есть эти ограничения, требуют особого внимания, и учитель должен быть по-особенному подготовлен, и у него должно быть много помощников. Вот в этом здании школы будут и учителя-дефектологи, и учителя-психологи. С появлением этой школы в Химках, уверены педагоги, учеба особенным ученикам будет даваться легче. Это первая общеобразовательная школа в городском округе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты, классы, коридоры – все в соответствии с требованиями доступной среды. Эта школа предусмотрена с 1 по 9 класс. В начальной школе с 1 по 4 класс предусмотрена продленка с воспитателями групп продленного дня. Обязательно у нас проводятся коррекционные занятия, выполняем учебный план. Это подмосковье. Это очень корректная служба новостей.